главный секретарь соревнований, заслуженный работник физической культуры Республики Дагестан, судья международной категории Курбан Курбанов России Мамышева, заместитель главного судьи, двукратный призер чемпионата СССР, мастер спорта международного класса, судья международной категории Михаил Леонов Россия Панков, заместитель главного судьи, мастер спорта СССР, судья международной категории Роман Малаев Россия Красноярск, заместитель главного секретаря и исполнительный директор Федерации бокса Республики Северная Сибирь, судья международной категории Валерий Матвеев Россия Владикавказ, заместитель главного секретаря, судья первой категории Хенди Дикирова Россия Грозная Чеченская Республика, заместитель главного. Фрамов Баков. Секунду. Стоп! Ну, это сам 65 так весит. Особо не гоняет. Еще ну, по мужикам ни одного боя не провел. Хорошо вас допустили. Ты из Забуров говорил, да? Третьего года. А вы сами заплатили поездку сюда? Сами заплатили за бензин, машину, вы как бы приехали? А, сами приехали, на да. На автобусе, да? Нет, на машине. На машине своей приехали. Ну, тут-то не особо далеко, но... Здесь-то поселило, вот, спасибо. А мы тоже на такси приехали, мы 3000 дали. С Каспийска. Да, Дубер. Петр Шутковский, Польша, Донецк. Во всем 99-м году четыре дня тоже Мы ели сами там, еду покупали. Сколько осталось там? Минута? Полторы? Полторы. Сайстеп я. Прямо два кота. Играй. Не упирайся, играй. Прямо два. Где ноги? Забились. Ну, забились. Играй на ногах, на ногах. Ну там-то ринг потверже, наверное, чем этот ковер. Здесь вообще забивают много. Нет, мягкий еще, еще. Да, это мягкий ковер. Федор. Фурти секунды. 40 секунд. Повтор должен быть, повтор. Дарья ушел, раз повторил. Давай, на ножках, сюда. Играй на ножках, играй. Сайстеп. 15 секунд. Сайстеп. Повторяй. Правой ушел, тут же левой. Хорошо. Да,
Да, Степ, директор. Thank you.
ну надо. Ну вот люди, люди. Молодые ребята, да, Yeah.